Прошло уже 10 дней, как мной начала заниматься целительница Елена. Все это время мы делаем проработки. Она мне помогает избавляться от моих зависимостей. Вот. Ну что я могу сказать? В целом состояние нормальное. Также нету такой тяги пойти, что-то взять. Плюс в кармане есть деньги на это. Давно бы я побежал бы уже за лекарствами, но я не держусь, не делаю этого. И вполне этому есть помощь ее. Поэтому что я могу сказать? Будем в дальнейшем работать над моей.